истории мирового спорта было множество великих противостояний. Мохаммед Али против Джо Фрейзера в боксе, Айртон Сенна и Ален Прост в Формуле-1. Из последнего можно вспомнить споры о том, кто же круче, Лионель Месси или Криштиану Роналду. Весь хоккейный мир сейчас наблюдает за соперничеством двух титанов игры с шайбой. Противостояние Никиты Кучерова и Нейтана МакКиннона на наших глазах становится классикой хоккея. Весь сезон эти двое сражаются за звание лучшего бомбардира лиги. Почему же за их гонкой так интересно наблюдать? Давайте разбираться. Это канал Черкас Атлант. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе событий о лучшей игре. Для достижения успеха нет универсального рецепта. И герои нашего видео – яркие тому примеры. Куч и Макс – совершенно разные игроки. Как минимум, у них отличаются хваты клюшек, и играют они на разных позициях. Но главное их различие – сильные качества, благодаря которым они уверенно держатся в топе лучшей лиги мира. Об их противостоянии можно часто услышать, что это битва атлета с интеллектуалом. И для такого утверждения есть все предпосылки. Мак суператлет, чьим физическим данным позавидует любой хоккеист. Еще по юниорам за ним никто не мог угнаться. Согласно статистике НХЛ, МакКиннон входит в список лучших по максимальной скорости. В этом сезоне он разгонялся до 24,5 миль в час. Это чуть больше 38,5 километров в час. Такой же показатель еще у одного хоккейного дарования – Коннора Макдэвида. Согласимся, трое игроков были быстрее нападающего Колорадо, но впечатляет, сколько раз Мак ускорялся до таких скоростей. У него было больше 530 так называемых всплесков до скорости свыше 20 миль в час. Второй по этому показателю в лиге, кстати, партнер Кучерова, Брейден Пойнт, но его показатель в районе 350. А по ускорениям больше 22 миль в час МакКиннон почти в два раза опережает ближайшего преследователя в лице МакДи. От таких ускорений и объема катания, где Нейтан также лучший, соперники теряются и не всегда могут придумать, что с ним делать. Когда он приближается на своей сверхзвуковой скорости, ты немного начинаешь паниковать. Это чувство не из приятных для всех соперников. Даже не могу представить, что в этот момент думают защитники. Смириться ли им или же попытаться остановить его на такой высокой скорости, считает голкипер Лос-Анджелеса Тэм Телбот. В сравнении с МакКинноном, кажется, будто игроки другой команды нехотя катятся. Как в матче с Оттавой, когда в концовке он оторвался от соперников и отправил шайбу в пустые ворота, а те даже и не пытались его догнать. Никита Кучеров не входит в число самых быстрых игроков. Впрочем, он сам это понимает и осознает, что его сила не в скорости. Вот что говорит сам Куч про себя. «У меня нет скорости, нет сумасшедшего удара, нет ничего, в чем я мог бы стать лучшим с такими способностями. Нет, от природы мне пришлось использовать свой мозг». Никита славится своим хоккейным IQ и умением обмануть соперника. Помощник тренера Lightning Джефф Халперн сравнивает нападающего с Альбертом Эйнштейном, а кто-то и вовсе наделил его званием волшебника. Вот один из примеров магии вне Хогвартса. Его коронные передачи с неудобной руки. Вообще складывается впечатление, что 86-й в любой ситуации найдет, кому отдать пас, даже если это кажется невозможным. А вот еще один типичный прием. Куч занимает свою позицию в правом кругу вбрасывания. Всем видом показывает, что он будет бросать в одно касание, но вместо ван-таймера он отдает передачу на Пойнта. И пусть в этом конкретном моменте шайба заброшена чуть позже Стэмкосом, но умение россиянина запутать соперника налицо. Что точно объединяет двух главных претендентов на приз лучшему бомбардиру, так это большой профессионализм. Они фанатики хоккея, которые каждый день делают себя лучше. Мы уже рассказывали о том, что МакКиннон уделяет пристальное внимание своему состоянию. Он занимается с психологом, у него личный доктор и физиотерапевт, диетолог, даже повар входит в его команду. В 2018 году журналист Sportsnet Гейр Джойс побывал в гостях в новом летнем доме у Нейтана. Все вокруг было не обставлено, где-то не хватало мебели. Единственное место, которое было полностью укомплектовано по полной – тренерский домик. Там было все, что нужно, чтобы превратить человеческое тело в машину. Это тот случай, когда окружение говорит о хоккеисте ярче, чем слова. При этом Нейтан знает, как использовать свою физику на льду. На каждой тренировке он выкладывается на все 100% и требует от своих партнеров такого же подхода. Не зря его признали вторым лучшим игроком мира в анонимном опросе игроков изданием The Athletic. Выше только мессия хоккея из Эдмонтона. В том же рейтинге, но на третьем месте находится Никита Кучеров.
Его мышление, которым мы так восхищаемся, появилось не на пустом месте. Он из тех, кто любит не только поиграть, но и взять домашку. На своем айпаде игрок Тампы смотрит нарезки игровых моментов, и своих, и чужих. Среди тех, чью игру досконально разбирает Куч, есть Патрик Кейн, Джек Айкел, Леон Драйзайтль. Лучшие из их игры Никита использует на льду. Многие коллеги по хоккейному цеху отзываются о Никите как о трудоголике. В прошлом плей-офф Торонто разрушила свое проклятие и отправила Тампу в долгосрочный отпуск. Кучеров вернулся на лед уже через неделю. Бывший партнер по команде Патрик Марун рассказывал, что российский форвард начинает тренировку с того, что делает 60 приемов шайбы у борта, причем зачастую с неудобной. Затем он выполняет 100 передач и 40 входов в зону. Перерыв и все по новой. Каждая мелочь может пригодиться в игре. На льду идут настоящие баталии. Устанавливаются новые рекорды, проходят ожесточенные матчи. Скоро начнется плей-офф НХЛ, где команды покажут свое мастерство. Наш генеральный спонсор представляет Bet Race, где каждый участник может выбрать свой турнир и соревноваться с другими участниками, наблюдая за результатами по лайв-таблице. Выбирай свой турнир и делай разницу в гонке за призами. Все подробности об акциях и конкурсах в закрепленном комментарии. На данный момент МакКиннон и Кучеров – ключевые игроки своих команд. Tampa Bay, которая сомнительно провела первую половину сезона, все еще остается на плаву во многом благодаря игре 86-го номера. Даже когда молнии проигрывали, Никита продолжал набирать очки. По статистике, форвард поучаствовал в 50% голов всей команды. Когда на льду ведущее звено, у них всегда есть три варианта для розыгрыша шайбы. Игроки чувствуют друг друга, и в центре этого хоккейного волшебства находится Никита Кучеров. Вот что по этому поводу в нашем подкасте рассказал защитник Тампы Михаил Сергачев. У нас есть игроки отдельные, которые создают что-то из ничего. И это не какая-то продуманная тактика, это просто такая работа, которую ребята каждый день делают. И которую именно команда делает, потому что мы очень много играем на коротких отрезках. Типа там 3 на 3, 2 на 2, где-то в углу. Из которых тебе нужно очень быстро принять решение и вылезти, и что-то сделать. Может, это как-то развивает хоккейное мышление, я не знаю. Но мы очень много над этим работаем. Взаимодействие игроков Тампы дало им возможность взять два кубка Стэнли подряд, что символично для этого ролика. В третьем финале молния остановила именно Колорадо с МакКинноном во главе. Мы уже вскользь упоминали, что Нейтан требователен к своим партнерам. На тренировках он даже может бросить в своего одноклубника клюшку или шайбу, как это было с Кейлом Макаром. В подкасте Spit and Chicklets ведущие спросили, связан ли рост звездного защитника Лавин и последующий Конн Смайт Трофи с тем, что ему достается от МакКиннона. Вот что сказал сам герой интервью. Так я всем пихаю, тут нет ничего такого. Нужно ко всем одинаково относиться. Я никого не ущемляю. Я знаю, когда и сам сру как конь. Сейчас Avalanche одна из сильнейших команд лиги. Во многом благодаря тому, что МакКиннон проявляет свои лидерские качества в раздевалке и на площадке. В январском матче против Бостона 29-й номер провел на льду 30,5 минут. Если бы было возможно, он бы и все 60 провел, чтобы своим примером тянуть команду за собой. Хоть для хоккеистов главная цель – Кубок Стэнли, не стоит забывать и об индивидуальных наградах. Игрок, набравший больше всех очков за сезон, становится обладателем Art Ross Trophy. Его вручают 48-го года, когда чашку представил лиге бывший тренер-менеджер Boston Bruins Артур Хауи Росс. Чаще всех трофей оказывался у Уэйна Грецки – 10 раз, что, впрочем, неудивительно. В новейшей истории приз регулярно достается Коннору Макдэвиду – 5 раз. В 2019 году самым результативным игроком лиги стал Никита Кучеров. В том чемпионате он набрал 128 очков. Нейтану МакКиннону титул еще ни разу не доставался. Кучеров же это делал так целых 4 раза. Из действующих игроков НХЛ такое достижение есть только у пятерых, помимо Кучерова. Это Макдэвид, Кросби, Драйзайтль и Овечкин. В нынешнем сезоне МакКиннон как никогда близок к тому, чтобы добавить еще одну галочку в свой послужной список. Вот занимательная арифметика. В этом сезоне Кучеров в среднем зарабатывает по 1,7 очков за матч. МакКиннон 1,6. Если их результативность останется на этом уровне, то россиянин претендует на 140 очков, канадец на 130. Все эти цифры может изменить буквально пара игр. К тому же не стоит сбрасывать со счетов Макдэвида, который находится за бортом гонки бомбардиров, но от него всегда стоит ожидать всплеска результативности.
Дуэль Кучерова с Маккиненом – одно из главных украшений сезона 23-24. Это взгляд на двух гениев с совершенно разными подходами. Помимо того, что зрители следят в матчах за тем, как сыграли молнии или лавины, они смотрят и на то, сколько очков набрали ключевые игроки. Их противостоянию можно провести параллель со знаменитым заголовком «Овечкин против Кросби». Тогда борьба россиянина с канадцем, которые были совершенно разными по своим типажам, вывела лигу с точки зрения маркетинга на новый уровень. Кучеров и Маккинен не отрицают своего противостояния, но в их риторике вы не услышите трэш-ток в адрес друг друга. Он один из самых умных хоккеистов, если не самый умный. Я определенно восхищаюсь его игрой. Думаю, что его игра сильно отличается от моей. Что я могу у него взять, так это то, что он может замедлять ход событий. У него нет пульса, такое ощущение, что он каждый раз знает, как правильно сыграть в той или иной ситуации. Он делает меня лучше. Я просто стараюсь получать удовольствие и приносить пользу своей команде. Всегда приятно, когда ты соперничаешь с лучшим игроком мира и пытаешься быть на том же уровне. А как вы думаете, кто в итоге станет самым результативным в этом сезоне? И кто дальше продвинется в плей-офф? Свои прогнозы оставляйте в комментариях под видео.